Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу показать вам, как сделать букет из чая и конфет. Этот подарок подойдет на любой праздник, а сделать его несложно. Порадуйте своих близких, родных, любимых людей. Сделайте им такой подарок. Итак, давайте приступим. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного всем просмотра. Сначала нам надо подготовить конфеты и чай. Понадобятся для этого шпажки деревянные. У меня длиной 30 сантиметров. Берем пакетик чая с обратной стороны. Переворачиваем на эту сторону. Надо приклеить нам шпажку. Кладем шпажку вот так посерединке. Скотчем приклеиваем. Таким образом. Теперь конфетки. Берем конфетку. Также шпажку. И скотч. Можно даже сначала шпажку вот так на скотч приклеить. И теперь ее конфетки. Таким образом. И теперь еще вот этот хвостик тоже надо прикрепить к шпажке. Сначала вот так я закручу. Так, скотчем я заматываю. Вот этот вот верхний хвостик можно расправить, чтобы было красиво. Если хотите, можно его тоже убрать вот так вниз, приклеить скотчем. Я так буду делать. Так надо подготовить несколько конфет и несколько пакетиков чая. Теперь начинаем собирать наш букет. Удобно будет собирать на краю стола или на краю от коробочки, как у меня. Берем сначала пакетики. Кладем вот так немножко. Один пакет на другой. Следующий пакетик. Сначала нам надо 5 пакетиков. В этом ряду у нас будет. Вот так. И здесь снизу, вот здесь вот сейчас я вам покажу, надо закрепить скотчем. Очень удобно заматывать узким скотчем, но у меня узкий скотч закончился. Я буду широким. Самое главное начать. Здесь туго не надо скручивать, чтобы пакетики были вот в таком виде. Здесь можно еще замотать.
турским скотчем. Очень будет удобно заматывать. Ну ладно, какой есть. Вот так вот получилось на первом этапе. Вот это вот место тоже можно скотчем заклеить, чтобы не болтались. Так, сейчас я переверну и с этой сторонки также вот здесь приклею скотч. Также я полосочку отрезала. Вот видите, теперь у нас получается очень даже держится хорошо. Здесь все аккуратно. В следующем ряду нам надо приделать, примотать вот пакетик чая с одной стороны. Пакетик чая у нас будет с другой стороны. И в серединке у нас должно быть три конфетки. Второй ряд у нас будет немного ниже, чем первый. Смотрите, пакетик чая немного пониже. Далее конфетка. Тоже так смотрите, чтобы закрыть все вот эти палочки. Шпажки, чтобы их не было видно. Так, прикладываем. Натягивать не надо. Теперь, значит, здесь у нас закреплено. И теперь нам удобно заматывать вот внизу. Внизу конфетку кладем. Приматываем следующую конфетку рядышком. Так, еще одну конфетку. Теперь пакетик чая. Смотрите тоже здесь, чтобы шпажки были закрыты. Так. Далее у нас идет два пакетика чая, чтобы закрыть вот здесь вот у конфеток шпажки, чтобы не было видно. Так, пакетик пониже и так вот. Сначала один, давайте примотаем. И здесь тоже, чтобы шпажку закрыть. Так. И этот пакетик и конфетки с этой стороны тоже вот так. И здесь вот так тоже конфетку. Вот так. Далее у нас идет пакетик чая в серединке. И с краю по одной конфетке. Так, пакетик чая. Теперь конфетку. Вот так, пониже этой. Конфетку, значит, я с этой стороны. Теперь еще в серединку сделала конфетку. И с этого краешка тоже вот так. Конфетку.
Так у нас получилось. Теперь все шпажки неровные, вот эти, надо сравнять. Если здесь даже можно еще один пакетик вот так сделать. Можно без пакетика. Чтобы не порвалась упаковка, все вот эти краешки, что у нас остались, надо замотать скотчем. Вот что у нас получилось в итоге. Теперь будем упаковывать упаковочную бумагу размером 50 на 30. Вот наш букет. Вот здесь я добавила еще пакетик все-таки, чтобы было здесь получше. Теперь смотрите, кладем немного ниже, чем край. Пониже вот этого края. Так. Так вот, с этого края я вот так вот загибаю. И с этого края вот так загибаю. Здесь я завязываю веревочкой. Так, здесь можно немного обрезать. Лишку получилось. Теперь еще берем кусочек бумаги. Размер 20 на 25. И закрываем вот эту некрасивую часть. Так. Здесь также завязываем веревочки сначала. Так. Теперь завязываем ленточкой. Вот все, наш подарок готов. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Работайте всегда только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.